Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвижинська, 32. Та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm. Природа вже прокинулась і сплять.
без жалю шукаю сенс я в житті, яке під сумнів ставлю. Сенс в житті, яке я під сумнів ставлю. Спасибо большое. Ну, раз Артур пообещал, что я буду много рассказывать, то выхода нету. Придется что-то рассказать. Спасибо большое, что вы пришли на концерт. Мы очень рады. Мы сегодня играем мои авторские композиции и аранжировки украинских фольклорных песней. И первая композиция, которую вы слышали, это была «Река», которую я написала на слова стиха моего папы, на самом деле, который он написал в тот год, когда мои родители эмигрировали из Украины в Германию, и как бы жизнь сложилась не так просто. И вот он, на самом деле, я сначала написала музыку, а потом спросила у него, знает ли он каких-то украинских поэтов, которые мне может посоветовать. И он мне прислал огромную PDF, такой, на, вот я, посмотри. И я сначала подумала, о, ладно, хорошо. И начала читать эти стихи, и на тот момент, когда мои родители уехали, мне было 13 лет, то есть как бы я особо не занималась эмоциональным состоянием своего папы. А когда он мне прислал эти стихи, то мне уже было немножко побольше, и я поняла, что это как бы человек, с которым я совсем по-другому смогла познакомиться через его творчество, вот получается. И я взяла один из его стихов для этой песни. Вот. Следующая песня называется «Витер», и это аранжировка украинской фольклорной традициональной песни, которую я немножко изменила и развила. Спасибо, Оля, за моральную поддержку.
Чорні брови,
на вороному коню скачеш, чи на мене тікаєш? Через річку, через широкою, перестрибну. Знаете, мое самое любимое занятие, кроме музыки, или, может быть, даже еще до музыки, это спать. Я очень люблю спать. И я написала, так сказать, песню, вот Оля, она соглашается, написала песню для снов и, на самом деле, тоже для сновидений. Потому что, на самом деле, это гениальная штука. Ты не просто отдыхаешь, но ты можешь как бы и попутешествовать во сне. Это просто гениально. Кто такое вообще придумал? Вот, следующая песня «На волю». Моя люба мати, відчиняй двері, відчиняй вікна, бо зорі вже сплять за лісом. Мама.
Следующая песня, которую мы хотим для вас сыграть, называется «Waiting». Это музыка моя, слова на слова Лесі Українки. Спасибо большое. Ну, мы, конечно, не хотим вас отпускать после первого сета на перерыв в таком грустном состоянии, поэтому мы приготовили фактически нашу самую веселую и жизнерадостную песню. Это «Song for Mons». Mons — это такая маленькая собачка, она очень счастливая всегда, и на самом деле она существует, это собака моего друга, и когда я с ней познакомилась, я поняла, что жизнь может и должна быть веселой.
We'll be right back.
again to love myself. I quit stealing my own time, and I stopped designing huge projects for the future. Today, I only do what brings me joy and happiness. Things I love to do, and that make my heart cheer. In its own way. Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.
Спасибо большое. Наша следующая песня называется «Daydreams», и это рассказ о том, как полезно и хорошо это иногда бывает создать себе небольшую, маленькую фантазию в жизни. Как бы, ну, есть настоящие сны, а дневные сны — это когда ты, например, сидишь в метро 3 часа, и это надоедает. Seasons without any reason passing over my head, drawing conclusions without illusions, making me sad. My heart is breaking, thoughts are pretending to be. Thank you.
Спасибо большое. Березо, бо я вітром повію, листя твоє обвію, листя твоє обвію. Na 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 na
Спасибо большое. Алик Фантаев. Александр Емец. Юрий Серерин. Ганна Гринева. Спасибо большое. Спасибо, что вы пришли. Спасибо, что вы остались. Мы играем нашу последнюю песню «Тайга». Всего хорошего.
Большое.
квартет Ани Грыневой в джаз-клубе 32. Юрий Середин, Александр Емец, Алик Фентаев и Аня Грынева. Я обычно на бис никогда не вызываю, поэтому мне кажется, что... Нет, я не это имел в виду. Мне кажется, что как раз это, эти аплодисменты говорили о том, что можно сыграть бис. Зеленая лищина чого I'm so full.
Живий концерт на Old Fashioned Radio. Приходьте за адресою Воздвиженська, 32, та приєднуйтесь до нас на сайті ofr.fm.